Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня представляем вам розу немецкой селекции Тантау, выведенной в 2016 году. Это сорт Morning Sun. Роза очень интересная, и несмотря на то, что цветы у нее полумахровые, в диаметре они довольно крупные для флоримунды, 8-10 сантиметров, но любит ее за очень красивый светящийся золотисто-оранжевый цвет, а также за то, что она несложная в уходе, в общем-то беспроблемная роза. В нашем розарии в этом году зацвела она чуть позже, чем половина других сортов, приблизительно 17-18 июня. Цветет роза очень обильно и самоочищается. Это ее большой плюс. Лист у самого куста блестящий, очень здоровый, очень красивый. На его фоне роза выглядит очень эффектно. Цветы держатся около недели, но так как роза самоочищающаяся, постоянно зацветают новые бутоны, то это даже и незаметно. Цветет роза очень обильно и весь сезон, с июня и до самых морозов. Единственный недостаток, который есть у этой розы, это отсутствие аромата. Но это не очень катастрофически. За счет ее всех остальных достоинств можно простить ей этот недостаток. Кусты у Morning Sun компактные, хорошо облиственные, по форме округлые, высоту достигают приблизительно 60-80 сантиметров, а в ширину до 50 сантиметров. Очень хороший показатель для флоримунды. Этот сорт, конечно, очень хорошо высаживать в групповых посадках. Наверное, очень выгодно и смотреться будет и в уходе, если посадить в общественных местах, где-нибудь в садиках, каких-нибудь административных зданий. В общем, наверное, этот сорт такой очень подходящий для этих целей. Несмотря на то, что розы полумахровые, какие-то нежные, тем не менее роза абсолютно не боится дождя. Дождь цветы не портит, они не замокают. На солнце тоже прекрасно себя чувствует, ну, может быть, немножко быстрее отцветает. Сильно не выгорают цветы. Цвет сам по себе вообще может варьировать от нежно-лососево-розового до янтарно-абрикосового. В общем-то, роза очень красивая. А также хорошая устойчивость к морозам и болезням является еще одним аргументом в пользу этого сорта. Сегодня на этом у нас все. До свидания, до новых встреч!